Дима, ты что, Дима, владелец? Короче, приезжаю в ангар, а тут, значит, смотрите, что стоит. Пацаны ржут, говорят, ты что, говорит, донора себе купил? Ну, это была бы, конечно, хорошая шутка, и вообще была хорошая была история, но я бы на такой машине лучше бы ездил каждый день. Приехал там в ангар, вот такая супра, вот счастливый владелец Димон. Димон, респект. Сейчас, кстати, из ангара, вот сейчас сделаем ТО, и она отправляется сразу же на, точнее, ну, диагностику, а сразу отправляется к Антохе, наклейки на шины, в общем... Чуваки по-правильному двигаются. Респект. Я тебе чуть-чуть завидую. Вот у меня, кстати, супер моя, вот та, она была вот такая же синяя, помните? И Кристоф с ней гонял по лесу. Блин, конечно, красивая. Поздравляю, чувак. Говорил Доминик Торетто, неважно, обвес у тебя за 10 тысяч рублей или за 10 тысяч евро, ты все равно будешь пользоваться пластиковыми стяжками, парень. Кирюх, говорил так Торетто? Да, в твоем случае точно. Лови на лету, дело доведу, все мы на виду.